Привет, друзья! С вами Дмитрий Карпиловский, проект Криптонет. В рубрике «Ответы на часто задаваемые вопросы» мы хотим разобраться с одной темой. На чем и как майнить лайткоин? Очень многие знают о майнинге биткоина. Все слышали и разобрались с майнингом на видеокартах. Где-то особняком в сторонке стоит майнинг лайткоина. Дело в том, что алгоритм, на котором майнится лайткоин, называется скрипт, и он неэффективен. Ни с процессорами, ни с видеокартами. Лайткоин на сегодняшний день эффективно можно майнить только на специализованном оборудовании, на так называемых ASIC-ах. Это специально запрограммированные, специально разработанные на уровне даже железа, на уровне чипов специализованное оборудование, которое предназначено только для расчета этого конкретного алгоритма. Таким образом, майнить оно может только лайткоин и еще несколько монет, которые майнятся на том же алгоритме. В обмен на эту специализацию мы получаем максимальную эффективность. Такое оборудование обскакивает по всем параметрам, как я сказал, и процессоры, и видеокарты. И сегодня лучшим оборудованием для майнинга лайткоина является Antminer L3+. Это специализованный ASIC, производство компании Bitmain. Это компания с китайскими корнями, юридически обоснованная в Америке, с производственными мощностями, опять-таки, в Китае. Они являются крупнейшим в мире производителем ASIC-ом на сегодняшний день, и L3+, это одна из главных моделей в их линейке. Мы, например, в нашем дата-центре в Канаде тоже майним по большей части Litecoin, потому как Litecoin — это монета очень стабильная, монета с хорошими перспективами роста, монета с сильной командой. При этом оборудование достаточно доступное по цене и достаточно эффективное. L3+ может стоить в районе $3000 примерно. При этом он позволяет каждый месяц эффективно производить лайткоина в эквиваленте сотен долларов. То есть и отбивается такое оборудование достаточно быстро. Обратите внимание, из-за того, что сеть лайткоина в целом, вычислительные мощности, которые ей предоставлены, намного меньше, чем сеть биткоина, то любая поставка оборудования, любое большое количество произведенных ASIC-ов и запущенных в эксплуатацию влияет на сложность вычислений сильнее, чем это происходит в биткоине. Таким образом, например, скорость роста сложности, то есть скорость падения эффективности майнинга, тоже значительно выше. И в этом есть риск для инвестора. С одной стороны, падает ваша выработка намного быстрее, чем в биткоине. С другой стороны, эффективность с точки зрения денег этого майнинга достаточно высока, а потенциал роста лайткоина мы оцениваем как очень-очень интересный. Так или иначе, оправдаются наши инвестиционные ожидания или не оправдаются, мы узнаем лишь в будущем. А пока что мы можем майнить на максимально эффективном железе. И для лайткоина сегодня это Antminer L3+. Уже анонсированы более новые модели от Bitmain, уже анонсированы новые ASIC-и, которые выпустятся в начале 2018 года. Это ASIC-и Wolf. Что будет с ними, пока непонятно. Насколько они будут более эффективны, мы можем только догадываться из их технических характеристик. Мы понимаем, что их выработка будет значительно выше, их энергоэффективность будет значительно лучше. А окупится ли вся эта история или не окупится, мы узнаем, когда увидим рост лайткоина и увидим рост сложности. Итак, если вы хотите майнить лайткоин, ознакомьтесь с современным оборудованием, посмотрите анонсированные модели, посмотрите те модели, которые на рынке сегодня. Сделайте свой собственный прогноз, насколько вы верите в рост лайткоина. Разберите лучшую и худшую возможную ситуацию. Какого курса мог бы достичь лайткоин, если все хорошо, и до какого курса он мог бы упасть, если все плохо. Посмотрите на график роста сложности. Он же является, по сути, мерилом того, насколько быстро будет падать ваша выработка. Исходя из этого графика, сделайте себе план best case, worst case. Какова будет сложность в худшем случае, какова будет сложность в лучшем случае. И из этой небольшой матрицы лучшей цены и худшей цены, лучшей сложности и худшей сложности, прикиньте для себя инвестиционную привлекательность этой идеи. И если вы решитесь майнить лайткоин, приобретайте оборудование, подключайте его в сеть и зарабатывайте каждый час, каждую минуту, каждый день. Если вы хотите не пропустить наши будущие обзоры по оборудованию, по общим вопросам, рубрика ответов на часто задаваемые вопросы и многие-многие другие вещи, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь в тренде, оставайтесь на острие этой индустрии и будьте максимально эффективны в своем криптопредпринимательстве. А если вы только делаете первые шаги и хотите в одном месте, в один момент разобраться во всех хитросплетениях, за короткий промежуток времени
принять для себя решение, чем заниматься, во что инвестировать ваше время, во что инвестировать ваши деньги, какую стратегию выбрать, приходите на наш бесплатный онлайн-мастер-класс. Я как раз посвятил его всем стратегиям заработка, их обзору, разбору, просчету и покажу в режиме реального времени, как конкретно это происходит, как именно мы зарабатываем на криптовалютах. Ссылочка на регистрацию будет в описании к этому видео. До новых встреч!